снегопад продолжается уже вторые сутки. Метель невероятная. Как вы видите, уже вышла техника на дороге. Величина снежного покрова уже 7 сантиметров. Такого снегопада Москва еще в этом году не видела. Сегодня ночью ожидается -3, -4 градуса. И завтра всем автомобилистам не рекомендовано садиться за руль, поскольку МЧС объявила оранжевый уровень опасности. Ну а что же у нас на Кубани?